С 1 августа в России повышаются цены на водку на 10,5%. Теперь пол-литровая бутылка будет стоить не меньше 220 рублей. Соответствующее постановление выпустил Росалкогольрегулирование. Напомним, это уже второе повышение за год. Первый раз цены увеличили 11 марта. Минимальные цены на коньяк и бренди не изменятся. Кроме того, профильное ведомство предлагает повысить цену на спирт с 37 до 43 рублей, а также установить минимальную стоимость вина.